Здравствуйте, меня зовут Мария Новичкова, мне 10 лет. Знаете, все мои друзья говорят, что им скучно на карантине. А мне нет, потому что у меня есть книги. Я просто обожаю читать. Я читаю много с детства, и это так люблю. Я часто после прочтения книги придумываю немного свой сюжет, добавляю каких-то персонажей новых. На этой теме основываю совсем другое что-то. Иногда совмещаю книги и фильмы, которые вроде бы разные, а потом получается просто бомба, как классно. Я очень хочу, чтобы многие люди тоже узнали, это было бы им тоже так же интересно, как и мне за этим следить. Я бы хотела стать писателем, чтобы все это узнали, но когда ты мечтаешь, перед тобой прямо эти образы. Ты представляешь каждую маленькую деталь в одежде, в пейзаже, интонации. А чтобы выразить это словами, надо именно мастерство, которого у меня, к сожалению, нет. Я думаю, я не смогу передать всю эту яркость, всю эту красоту, живописность вот так, в словах. Но я, знаете, я часто ставлю себя на место другого. У меня получаются живые фантазии, потому что я думаю, как бы я или какой-то человек поступил бы на месте этого персонажа в этой ситуации. Я думаю, я хороший актер, потому что я легко ставлю себя на место героя, его ситуацию. Если у кого-то какая-то проблема, то я ставлю себя на его место и думаю, как бы я могла ему помочь. Я думаю, хороший актер.